Всем привет моим друзьям, подписчикам, ну и, конечно, гостям канала. Не обращайте внимания, пожалуйста, на этот весь бардак, который на столе тут происходит. Кискину коечку убрал. Я что решил? Я решил галактику переместить в 60-литровый аквариум. Ну, хочу сделать новый аквариум для галактики, чтобы им попросторнее как-то было и оформить еще не знаю как. Ну, начало уже есть, короче. Фильтр будет тоже биофильтр. Начал биофильтр делать. Поэтому тут все. Ножи, все такое прочее. Вот. Буду делать опять с оргстекла. И сделал уже заготовки, короче. Этот раз я хочу фильтр сделать так, чтобы он, как вот, например, здесь или в акваскейпе, вот так сразу бум и не заканчивался. Хочу сделать его вот так вот, раз, чуть-чуть под углом, чтобы он под углом шел. Уголки вот уже сделал, все замерил вроде бы. Посмотрим потом, какая пумпа туда встанет. Ну, в принципе, любая пумпа должна будет залезть, скажем, от скиммера или еще чего-нибудь такого. Пумпа, думаю, залезет. Верхнюю часть я широко сильно не стал делать, что верхняя часть у меня 6 сантиметров. Что еще будет сейчас? Я фильтр сделаю так, что вот это сейчас полная длина аквариума. Хочу сделать так, чтобы фильтр вот здесь, в принципе, уже где-то заканчивался. Здесь вода выходить будет. Вот это место, высоту в аквариуме, хочу оставить для того, чтобы кабеля от грелки или еще какие-нибудь, я не знаю, что там будет, чтобы здесь это место было. Потому что если делать вот так, прям вплотную к стенке, потом проблема провода от грелки или еще что-нибудь протянуть вниз аквариума. Можно оставить пару миллиметров. Пару миллиметров, если оставляешь, ну, чтобы кабеля пролазили или еще что-нибудь. Бывает, что-то рыбка забьется, или малек забьется, или еще что-нибудь. Поэтому хочу сделать приличное расстояние. Оставлю где-то, на самом деле, где-то сантиметров 5. Чтобы здесь, на самом деле, вот грелка, ну, просто грелку можно было опустить и все. Чтобы место свободно было. И сейчас начну делать, скажем так, это уже заготовки готовы. Вот они. Вот так они выглядят. Оп. Это неправильно держу. Сейчас надо сделать переднюю стенку, как бы переднюю стенку. Хочу переднюю стенку оставить прозрачной, чтобы видно было как бы фильтр материал. Не знаю, стоит этого делать или нет. Скажем так, если даже некрасиво будет, что фильтр материал будет видно, все такое прочее, можно потом просто будет там камушками обклеить или еще что-нибудь сделать. Но сперва хочу так попробовать и посмотреть, как это будет выглядеть. Эти заготовки приготовлены, сейчас надо будет... Не, вот что, кусок оргстекла есть. Задняя стенка, кстати, будет из 4-миллиметрового стекла, а передняя стенка будет с 2-миллиметрового. Мне его надо будет гнуть. Не надо будет его гнуть, поэтому гнуть буду с помощью, ну как, нагревания просто и все, грелки. Надеюсь, стекло не подожгу. Если подожгу, то придется точно камешками обклеивать или что-нибудь такое. Ладно, принцип в смысле понятен. Для тех, кого это непонятно, есть видео на моем канале, где я этот биофильтр делаю, показываю, как я его делаю, все точно. Можете посмотреть. Сейчас я, скажем так, в деталях все это показывать не буду. Ладно, делаю переднюю стенку. Посмотрим, что из этого получится. И потом надо будет отверстие насверлить и все склеить. Ладно,
делаю дальше. Друзья, переднюю стенку сделал. Передняя стенка будет вот так выглядеть. Она под углом. Где эти мои уголки? Вот они не лежат. Вот так вот. А вот я их сейчас вклею сюда. И как бы, мне кажется, так аквариум будет лучше выглядеть. Сейчас эту пленку аккуратненько уберем. И буду вот эти уголки сюда вклеивать. Один угол пойдет в самый край, вот сюда, а второй уголок пойдет вот сюда. Вот, оставлю здесь 5 сантиметров для грелки, для проводов каких-нибудь, не знаю, каких там. Оставлять буду 5 сантиметров. Ладно, вклеиваю. Ну, друзья, вот такая вот заготовка получилась. Это передняя часть фильтра будет. К сожалению, вот из-за клея вот такой едкий получается, что вот как бы такие белые пятна остаются, что ли. Ну, разъедает он, короче, пластик. К сожалению, вид чуть-чуть портится. Кое-где, вот где налет легкий, вот можно, ну, будет смыть вот эти белые пятна. А так и... Ну и вот, вот будет задняя стенка. Мне, в принципе, остается сейчас только вот ее приклеить. Потом перегородки сделать. Здесь сделаем отверстие для моторчика. Здесь моторчик будет стоять вот в этой камере. Здесь отверстие надо будет сделать. Здесь отверстие. И вот тут, где вода заходить будет, фильтр тоже отверстие надо будет просверлить. Что я еще сделаю в этом месте, где вода будет заходить, фильтр? Я вот такую пластинку еще вклею, чтобы материал толще был, чтобы трубка, ну, лучше сидела. Ну и также потом просверлю. Ну, вот такая пластиночка, тут такая вставочка будет. Она выглядывать не будет, я потому что специально здесь такой... Как бы бордюрчик оставил, он, видите, да? И она вот так выглядывать не будет, она вот так вот лежать будет. В принципе, не будет видно. Ну, вот такая вот штукензия получается. Делаем дальше. Клеим заднюю стенку. Ну вот, друзья, фильтр я доделал. Вот такая вот конструкция получилась. Я уже все склеил, все приклеил, сделал решеточки, вырезал губки, все уже сделал. Ничего ты не залазишь. Губки вот они тоже. Это, кстати, вторичная обработка, но вот сюда идет. Все губки, короче, сделал, все сделал. Сейчас надо будет только его помыть. Где-то вторая губка лежала, упала на пол. Вот оно все уже, короче, сделано. Осталось, в принципе, только помыть фильтр. И как коробку вот эту вот, видите, вся заляпанная ужасно. Где-то следы от клея остались. Где-то что-то сам наляпал. Сейчас надо будет просто, короче. Где флейта? Вот флейта. Вот, короче, весь фильтр в сборе. Здесь наполнитель будет. Лава, наверное, думаю. Наверное, думаю, да, что лава здесь будет наполнитель. Все, добавлю лаву, наполнитель. Сейчас просто надо от этого всего будет его отмыть. Кто еще так думает, что он так сильно это грязный? Друзья, с передних стенок я еще даже целлофан не снял, видите?
Он еще в целлофане. Там, где мне клеить не надо было, я там везде целлофан оставил. Здесь то же самое. Здесь тоже целлофан еще. И все равно, особенно нижняя часть, я там все клеил, и клей, скажем так, такой едкий, он стекло просто пожрал как бы. Надо будет сейчас все щеточкой, зубной щеточкой, наверное, не знаю, помыть и ставить все на место. И можно будет уже оформлять аквариум. Эту ногу пока здесь оставим. Вот это снимем. Вот так вот. Он будет выглядеть в аквариуме. Немного терпения, я его покажу спереди. Как это все будет выглядеть. Ладно, иду мыть. Ну вот, друзья, начал оформлять аквариум. На дне штюропор лежит, чтобы камнями стекло не повредить. Он никуда не денется, он камнями придавится. А потом еще сверху грунт. Какая-то часть, может, штюропора потом уберется. Скажем, если вот тут впереди ничего не будет, то, конечно, я просто этот кусок вырежу и все. Посмотрим. Начинаем оформлять камешками. Ну вот, что у меня получилось, друзья. Вот такой вот вид сейчас. Сейчас надо будет грунта насыпать. А потом наверх идти в большом аквариуме набирать растений. Анубиасы, наверное, там. Посмотрим, что насобираю. Так думаю. Здесь я... Может, в этом углу какой-нибудь что-нибудь подлинишь, повыше растения какие-нибудь. А здесь анубиса, буцефаландры можно будет, погостимон. Ну, сейчас увидим. Сейчас добавим питательный грунт. Я буду... Не реклама ни в коем случае, вот такой от тропики. У меня еще немного его есть. Должно на этот аквариум хватить. Сильно много не надо. Я не думаю, что сильно много растений расти будет. А если и будут растения расти, то те, которые... Как анубисы, буцефаландры. Им это не надо. Все равно сделаем питательный грунт. Вдруг потом появится желание посадить больше растений. Все достаточно. Ну. Грунт будет такой же, как до этого был у галактики. Сейчас этого, конечно, мне не хватит. Но потом, когда галактика будет переезжать, я тот аквариум разберу. И все будет нормально. Возьмем с аквариума с того грунт и сюда закинем. Грунт промытый, кто если что думает,
Я его до этого уже мыл. Уже и не раз даже. То для одного аквариума предусматривался, потом для другого. Так что грунт весь промытый. Вон. Даже запчасти со старого аквариума еще. Так. У нас где-то лопатка была специальная для разравнивания. Сейчас мы ей быстро все тут поправим. Везде на одной высоте все сделать. А кстати, больше грунта не надо будет добавлять. Вот здесь, смотрите. Вот здесь вот он. Под камень, вот смотрите, у меня пальцы залазят. Я хотел, чтобы там так же осталось. Рыбка такая, что любит прятаться. И чтобы могла туда заплыть. Попробую сейчас вам поближе показать, как оно выглядит. Вот так вот, смотрите. Вот оно, видите. Пространство обязательно оставить хочу, чтобы рыбка могла свободно заплывать под камень. Вот так вот. Надо чуть-чуть будет убрать с этой стороны. Ладно, делаем. Ну все, набрал растений в большом аквариуме. Перед тем, как сюда их принести, многие знают, что у меня проблемы с улитками были, блазеншнеки. Я сейчас продержал все эти растения полчаса в растворе с лимонной кислотой. И надеюсь, это как-то повлияет и поможет, что всех улиток убьет, которые там были. Ну и все, сейчас начнем оформлять. Начну потихоньку это все делать. Анубиасы вот набрал, да. Анубиасы я буду все сажать на клей. Клей у меня есть специальный такой для аквариума. Сейчас все это буду сажать на клей, все рассаживать. Так что я думаю, показывать вам это не обязательно, как я это клею тут. Потом посмотрим. Лучше давайте итог. Как я что наделаю. Ну, вроде все, аквариум оформил, растение посадил. Сейчас его надо на свое место поставить. И залить воды. Растения, а то забодаюсь обрызгивать, они подсыхать начинают. Надо шевелиться. Ну вот, вот такой вот аквариум получился. Все в принципе нормально, кроме одной мелочи. Это надо сейчас будет пумпу немного сделать послабее. Вот смотрите, мотает тут офигеть как. Чересчур много, это она сильно мощная. Это не проблема, мы сейчас просто вход немного прикроем. И все, и будет нормально. Ну так, в принципе, получился. В принципе, не знаю, мне нравится. Вот такой вот красивый аквариум. Стеклом накроем его. И все будет нормально. Ну, первое, что я сейчас сделаю, надо будет пумпу немного успокоить, чтобы она так сильно не мотала. Пускай еще так часик порубит конкретно. А потом мы мощность убавим у нее. Ну вот, друзья, прошло 2 дня после того, как мы сюда воду залили. Вчера не получилось снять. Ну и вода чуть-чуть как бы еще мутноватая была. Но сегодня вот так смотрю, вроде вода уже как бы
Ну, стеклышком еще не назовешь. Но все равно уже чистенькая. На камеру она может, конечно, очень красиво выглядит. А если просто глазами смотришь, она не очень еще как бы как стеклышко. Ну, понятно все, что бактерий еще толком нету в воде. Фильтр, скажем, он, конечно, работает, но там тоже бактерий еще в таком количестве нету, чтобы сделать водичку стеклышком. Вот так вот, короче, он выглядит. Осталось еще, скажем, сейчас вот, ну, да еще полторы недели. Полторы недели, и потом вот этих вот товарищей, вот они сидят. Ой, трясется камера, извините. Вот они, галактика сидит рядом в аквариуме. Они сюда переедут, в этот большой аквариум. Ну, а пока ждем, пока тут все настроится в этом аквариуме. Что биология вся нормально заработала, все заработало. И потом будем пересаживать сюда галактику. На терпение. Ну вот, еще прошло... Уже неделя, короче, получается, как я запустил вот этот аквариум. И не знаю, качество воды вообще идеальное. Мне кажется, даже не надо будет 14 дней ждать. Перед тем, как, конечно, галактику туда запускать, я все тесты воды сделаю. Но я так вот, как по воде смотрю сейчас, то все нормально, в принципе. Вспышки это никакой не было, что вот помутнение, потом вспышка идет, такого не было. Чуть-чуть вода мутная была, как я говорила, но никакой вспышки не было. Сейчас я вам еще чуть поближе покажу, чтобы вы посмотрели, что вода уже на самом деле для моего вкуса не совсем стеклышко. Или, я не знаю, может из-за света. И что еще сделал, скажем, свет сверху сделал. Тут специальные ушки сделал, где свет вставляется. Сейчас я выключу этот один свет. И вот эту лампу. Эту лампу сейчас просто пользуюсь для этого аквариума и для Артеми. И Дафни там тоже свет достается. Она, в принципе, уже здесь не нужна. Ой. Ой. Ложись. Кто спрашивал, Луна, вот она. Все нормально. Сегодня она пришла, снимается в кино. Не всегда так получается. У нее тоже свои дела. То он там на охоту ходит, то еще куда-то, не знаю. Ну, кыскины. Всякие такие занятия. Сегодня она решила вот опять посниматься чуть-чуть. Сейчас я свет выключу, может лучше будет. Нет, давайте я лучше камеру подвину. А потом его выключу и посмотрите. Вода, в принципе, все идеальная. Все равно еще по-любому еще пару дней подожду, а потом начну уже запускать сюда галактику. Давайте чуть поближе посмотрим. Ну вот, вот так он выглядит. Вода уже практически идеальная, как я и говорил, можете наглядно посмотреть. Позавчера, по-моему, одну улитку увидел. У меня аж в сердце ёкнуло. Но сразу же поймал, вроде раздавил, выкинул. И надеюсь, больше такого не повторится. Очень неохота, чтобы в этом аквариуме тоже завелись улитки. Вообще не хочется. Луна тут опять, гладьте ее во все стороны, блин.
Вот она, кстати, помощница лежит. Внимание на нее обращать тоже надо. Это он начинает психовать. Гладить надо вовремя. Вот что вам хотел показать сейчас. Я вот на аквариум такие крепления приклеил с обоих сторон. Вот свет можно туда-сюда двигать. Они с обоих сторон приклеены. Такие полосочки. Тоже 40 стекла. И вот так вот оно сейчас выглядит. Говорю, только надо еще вот этот свет куда-то будет перенести или что-то. Он, в принципе, не нужен. Я могу сейчас его выключить, и можете посмотреть, как оно без него выглядит. Ну вот, свет я этот верхний выключил. Там еще лампа наверху-то горит. А это вот. Ну вот. В принципе, эта лампа вполне хватает для этого аквариума. Такая же подвижная. Сейчас я ее сдвинул. Чуть обратно вперед ее. Вот так вот весь аквариум, в принципе, освещается. Можно, короче, чуть ближе поставить вперед, чуть назад. Как удобно, короче. Ну вот, друзья, аквариум готов. Фитофильтр готов. Кто хочет, скажем, более такое объяснение, где, как я его собираю, фитофильтр. На канале есть видео, так и называется, фитофильтр. Можете там это посмотреть, как его собирать, как делаю. Если, конечно, будут какие-то вопросы по фитофильтру, то спрашивайте, с удовольствием отвечу. Многие сейчас просят фитофильтр, а растений еще нет. На самом деле растения еще не посадил. Вот они, растения, которые пойдут в этот аквариум, когда галактика будет переезжать. Как галактика будет переезжать, так и растения посадятся туда, в аквариум. Давай, фитофильтр. Че? Ты сегодня тоже в кино снимаешься, да? Ой. Многие тебя опять увидят, наглую животную. Помощница моя, вот тут сижу, видео биабайтинг делаю или что там, переработку, видеообработку. Она вот мне сидит, помогает тут. Мурлыкает, погладить надо. Галактику будем сажать в следующем видео. Это будет отдельное видео. Так что на сегодня про фитофильтр, про новый аквариум. Это все заключение. А то видео будет очень длинное. На этом всем большое спасибо. Всем пока.